Sākam pēcspēles preskonferences ar FS komandas treneris Viktors Moros. Treneri, lūdzu, jūs iespaidi pēc pēdējās sezonas spēles? Ну, в принципе, такая веселая игра была. Получилось, первый тайм вроде как доминировали безоговорочно. Соперник контратаковал, их контратаки достаточно острые, опасные были. Второй тайм уже такой на встречных курсах. И, в принципе, сохранялась интрига до последнего. Да? То есть, я думаю, что, несмотря на такую погоду холодную в конце сезона, зрители должны были получить удовольствие от этого матча. Благодарю всех за сезон, сложный такой, неоднозначный год для всех, и сезон футбольный в том числе. Да, но, в принципе, я очень доволен командой, доволен отношением команды. То есть понятно, что были нюансы, где мы не добрали, может быть, очков. Да, но, в принципе, само отношение, само стремление к достижению результата, оно было на хорошем уровне. Да, в принципе, получается так, что в этом году мы набрали 66 очков. Да, это такое... В прошлом году Рига, набрав 66, стала чемпионов, но сыграв на 5 матчей больше, да, то есть можно констатировать, что мы практически не теряли очки в этом сезоне, но соперник в борьбе за первое место не терял их вообще. Еще раз всех с окончанием сезона. Jautra spēle, pirmajā puslaikā dominējām, otrajā puslaikā viss bija nedaudz savādāk, saglabājās intriga līdz pēc spēles izskaņai, neskatoties uz augsto laiku. Šī spēle skatītājiem noteikti patika. Pateicos visiem par sezonu, saviem puišiem, savai komandai. Sezona neviennozīmīga, visas situācijas dēļ, bet kopumā esmu ļoti apmierināts ar komandas paveikto. Varbūt kaut kur neaizķērām punktus, kur to varējām izdarīt, taču kopumā sezonu aizvedījām labā līmenī, sakrājām 66 punktus. Pagājušajā gadā Rīga arī sakrāja 66 punktus un kļuva par čempioni. Bet viņi aizvadīja par 5 spēlēm vairāk. Tas parāda, ka punktus mēs zaudējām tiešām reti un viņu svācām diezgan labā tempā. Bet pretinieks šogad bija labāks, taču kopumā ar visu esmu apmierināts. Treneri, varbūt par šodienas to pēdējo spēli, vai nebija grūti motivēt komandu? Arī sastāvs bija nedaudz savādāks, bija vairāk jaunie spēlētāji, bija arī Vilkova debija, ko var pateikt par tiem jaunajiem puišiem īpaši. Не, ну эти молодые ребята, они все время в тренировочном процессе находятся, они все время на виду. Другое дело, что очень сложно конкурировать им в каких-то моментах, потому что конкуренция действительно высокая. Но вот в конце чемпионата уже появилась больше возможность ввиду всех понятных причин. Да, то есть появился больше шанс проявить себя. Да. В принципе, я никому не могу высказать претензии, все относятся очень профессионально к этому. Ну, конечно, есть ошибки, есть нюансы, есть куда стремиться, и обязательно нужно прогрессировать. Над этим будем трудиться. Это наша задача как тренеров в том числе. Что касается мотивации, в принципе, мне кажется, что определенный уровень он достигнут был у ребят, и очень профессиональный подход, это как бы радует.